когда мы уже с тобой поиграем. А ты хочешь PvP? А, точно, у тебя на Nintendo не работает PvE. Блин, я так PvE хочу наиграть. Слушай, когда мы нафармим здесь учебных пособий и бутылка с громом, тогда можно будет PvP пойти. Данил, нужны ресурсы, я тебе выбросились. А еще чертежик. Я пытаюсь идти внутрь, у меня стенка появляется. Ну блин, ладно. А ты можешь оттуда это... Ладно, у тебя там есть за что зацепить? За это ломаю. Аврилаурд с 19-14. Нормально. А через сколько это плюс? Нормально. Через сколько это плюс-минус? Саш, сколько по времени заработать, ну, бутылок с молниями, учебных пособий и чертежи этих... Не-не-не, не чертежи, а герои выживших. Ну, по времени. В смысле, не понял. Ну вот, чтобы героя выжившего... Мы фармим сегодня или их не будем фармить сегодня? А героя мы взяли уже. Выжившего тоже взяли. Там еще один герой, еще один выживший. Или не будем их уже фармить? А которого выживший 140, у меня там будет очень тяжко. Ну ладно. Короче, где-то Богдан может час, может два часа. А, так, стоп. Дань. Да? Поставь какую-нибудь из этих двух платформ базу свою. А, ну окей. Да-да. И потом просто в ящик прыгай, а ты не влазишь. Аврилаурд 19-14. Ну давай через два часа. Ну давай. Аврилаурд 19-14. Рожица, наслаждающаяся вкуснятиной. Я не пошлю через 2 часа буду, я сейчас посмотрю, если у меня там по таймеру уже... Запрыгивай, не влазят. Ну блин, я запишу снаружи, а потом пойду внутрь. Ты как-то, кстати, сбор данных по-другому сейчас. А, это... Нет, это сбор данных. Это из ландшафта. А. Просто я не хочу, чтобы 3D чем. Но тут просто вокруг какие-то кулаки, 4 кулака стоять. То есть еще и так можно, если без пышек? Да. Ну нормально так. У тебя, Даня, есть покупные эмоции? Что? Есть? Да, мне же дарили. А, дарили, да, вот так вот. Как... Беседа или как называется? Что? Как называется твой мост? Беседа увлекательная вроде. А, да, беседа увлекательная. Удар, пробка ворот, двигай бедрами. Укулеле. Пойдите, вот укулеле я покупал себе. Дадите вовнутрь, пожалуйста. Все, мы внутри. А, начинать? Сань, начинай. Нажми начинай. Все, начинаю. Только не сбивай пока. Ладно. Сбить? Нет. Я еще пока сам не зашел. Все, сбивай. Слава богу, я чуть не сбил. Сбивай теперь. И только внутри сидите. Стреляет. Ну, лук, снайперка, я не знаю. Снайперка мне стрелять или нет? Да, и сидим здесь прям. Все? А кто стенку редачил? Никто не редачил. Почему он у меня так долго восстанавливается? Эх, за. Кто-то тогда не смог поставить ловушку. Я же дверь специально открывал. Была дверь, да? Да, не. Аврилаурд с 19-14. Опа. Так. Опа. Не выпрыгивай туда. Не выпрыгивай. Залезь обратно. Ладно. Просто тут есть такая фигня, что которая мобы костяшками стреляют.
Они начинают стрелять по базам стрелять. И они ломаются. А, так вот почему ты их поставил с защитой. Ну, понятно. А, да, у меня такая... Уже такие фейлы были, я не понимал, что делать. О, а 80... Когда них... Что, когда на них... стоишь? Когда на них стоишь, мобы начинают агриться, типа, ломать. Ну, эти, питчеры эти. Угу. Да я не могу взять металл. Эй, зачем? Потом под конец возьмешь. А он не стагрится, типа, до 80, а потом надо забрать? Я ж просил там не лазить. Она стагрится до 1150. А-а-а, нифига себе. Даня, туда нельзя, Даня, туда нельзя. Я собираю металл. Я собираю металл, слушай. Цыц, нельзя. Ох, чил балдёж, люблю такое. Ладно, сколько по времени осталось? Сейчас посмотрим. Короче, Аврилаурдс 19.14. Топ геймплей. Да. Это я держу, чтоб не выпрыгивали. Так, топ геймплей, когда отдыхаешь. Нормально. Давай. А зачем поставил ловушку? Просто так. Они каленые, короче, не знаю. Просто музыкальные ловушки, они любые хороши по уровню. А мне главное то, чтобы они контролировали. Я не понимаю, что Саша говорит. Можешь мне пересказать? Музыкальные ловушки все хороши, тут без разницы на уровень. А что, она заработала, что ли, музыкальная? Да. Или это твоя сад? Это баг. Ну, вернее, когда башка мозгляка пролазит. Да, вот это побабло сказано. Если посмотреть так со стороны, то старика начинает танцевать. Ладно. Так, укулеле. Там какой-то концерт. А почему я стенки поставил, ну, когда я там застраивал стенки поставил? Потому что был рядом обрыв, и не хочу, чтобы они у него улетели. А, ну правда, нормально так. На укулеле только одна музыка стоит, по-моему. А этот на гитаре играет? У него гитара, да. Бля, сволочка, сейчас они ломают. А вот, сверху они все не сломают. Где свои эмоции с она заходит. Я сейчас Саню не слышу, можешь когда говоришь, но он слышит. Саш, повтори, я тоже не услышал. Она просто в тему идет на трейсе.
Да, там, да, когда да, свет, вот разноцвет. Да, 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 я видел. Я же говорил, ты эмоции делал по теме. Жестко. Саша, наверное, как этот не спит. Как только выходят скины, сразу их тестит. А че, у меня зря в друзьях СПТ? Ладно, ладно. Бот должен появиться или нет? А нет. Он появится, если вдруг кто-то умрет. Ой, только стоит пушка, ты как-то прошел сквозь. Ребята, найдите меня. Ну ты просто прячешься в бабушке. Нормально так спрятался. Есть еще такое место, где спрятаться может. О. Все. Я колоночка. Эй, это много видосмотрим. Ладно, ладно. Так, что я такого могу поставить? Поэтому кейбл подошла бы, наверное, вот с New Squad. Ну да. Наверное, самая классная эмоция в этом сезоне это вот китти-китти. Все, закончи. Металл, металл, металл. Наставили тут икону, все на свете. Блин, блин, не успел. Не переживай, да. Я забрал уже.